поставил вот этот. Заебись, давай, Маша. Путину. Да? Вот смотрите, Путину пожизненный срок мы три раза играем, а где Путину пожизненный, там надо немножко ослабить, не надо так ебашить. Да, там только бас и барабаны. А я тебе скажу, где сейчас махну. Ага. Давай еще раз. Если сейчас вот снимать пойдем. Thank you.
Фиал я твоя кофточка, ты красивая девочка. Там нету проигрыша, мы сразу вступаем. Раз, два, три, четыре. Я не твоя кошка. Yeah.
А, я понял. Это, знаешь что? Вот я понял, из-за чего не слышно голоса. Ты вот поешь громко. Вот так вплотную. От этого колонки вылетают. И тебя звукарь делает вот так. И тебя не слышно. Да, я понял. Я тебя поддаю, а ты вот так. Тебе надо петь громким. Можно говорить соси микрофон. Нет, ты соси микрофон. И соси микрофон. Как бы посмотри видео, как микрофон работает. И ты тоже, Костян. Вы просто типа громко сделали. Вы громко и тихо одинаково кричите. Когда вам компрессор надо... Посмотри, я вот здесь, да, типа, пою здесь. Ну. Вот, я вижу, как ты легко. Микрофон. Поближе сделай, вот я вижу. Все, давай, поехали, еще раз. Еще раз. Вот здесь, да, просто слышишь? Только давайте быстрее. Что не слышно? Чтоб тебя было слышно, конечно. Я хочу посмотреть на сигнал. Левый мигает, правый вообще нет. Эй, эй. Ты правый попробуй подкрутить. Нам интересно. Похоже, это не усилитель, это похоже, может, один канал. Эй. Есть из того саба? Есть, есть, есть. Да. Есть. На пульте один канал громче, второй тише. Ломкие, ломкие, старческие губы. Ну давай еще раз. Еще раз, давай попробуем. Побыстрее. Да, побыстрее, да, да. Давай побыстрее. Лёх, заводи побыстрее. Лёх, приклеивай диско. Диско? Приклеивай диско. Я скинул в чат, все видео там играть. Я смотрел, у меня по температуре смотрел. Ещё 10 лет, я тебя понял. Быстрее. Не слышишь себя все равно? Нет, я себя хорошо слышу, что-то не так играется. Не так играется. Мы по-другому играем. Мы плохо играем. Плохо играем уже. А в припеве идет. Ну все остальные песни. Все остальные песни хорошо играют. Ну, относительно, а это плохо. Нет, потому что мы не играли. Я вот не знаю. Смотри, куплет идет. Что, еще раз побыстрее или это? Быстрее. Да, она побыстрее должна быть. То есть куплет идет с фактом, чуть-чуть. Чуть. Я, блядь, быстрее не знаю. Что, давай еще раз обновить, она побыстрее. Это, а еще какие слова? Вы поете слова разные. Почему? Одинаковые. Нет, это, вот, а в тишине Бракиманского замка старый барон развращает графиню. Не на графине же скончался, это в втором куплете, правильно? Да. Ну вот. А я не попою, значит. Нет, это потом это. Первый, короче, первый припев одно, второй припев другое. Давайте сейчас одно и то же споем, что в тексте, если это не будет. Ну, давай, все. А если не то, то да, давайте, давайте его поправим. По тексту. Втроем, чтобы одно и то же петь. Давай еще раз заводим. Yeah.
старый барон развращает графиню. Да, скорчился юный. Ага, а эти старые, серые, сморщенные брюки с крючными пальцами растягивают брюки. Да. Мы первый раз поем так, да? Да. Так у тебя же там текст есть. Анька поет одно, ты поешь другое, в тексте третье. А потом эти старые, да? Нет, ты всегда пела здесь. Я просто на всякий случай, точнее, может, мы записали по-другому. Нет, нет. Я в косточке словами такие, как мы поем. А, да, здесь вот так. Будет слова поправить. Я знаю. Не, правильный текст. Правильные там слова. У меня здесь неправильные слова. Макс, поправить. Ты понял? Давай к тебе. Пошли ко мне. Ну давай сразу поправим. А здесь правильно все. Тогда поймешь, ответь. Давай. Давай еще раз. Я просто из башки его достану. Ты уже пьяная просто, одевай наушники, будешь громче всех. Вот бери микрофон, иди сюда, садись на стул, эти наушники, там будешь громче всех себя слышать. Ты же пьяная уже просто. Я тебя проверил сейчас по пульту, по индикации, ты вот здесь, как раз, ты громче всех на нем. Да, это уже просто выпило. Давай, будет классно. Костя, помоги Анечке. Иди, короче, в мой микрофон попой, а Аньке давай тогда свой, и где-то, я тебе сейчас свои наушники дам, я пойду домой, значит, уже прямо рядом попрошу, еще одну песню ты послушай. Это предприпев, да, с паузами, а припев уже низко. Алло, если хочешь, давай себя наступить. Если ты не мужчина, Припев от ре. Кость, а ты можешь немного вправо сдвинуть?